Ну что, надеюсь, я сегодня себе найду обувь. Это аутлет. Аутлет. Так, одежда нам не нужна. Здесь, конечно, все бренда. Вся бренда спортивная. Женская, мужская. Но мне нужна обувь. Цены, конечно, здесь патриотичные. Очень хорошие. Очень низкие. Я, конечно, тоже не разбираюсь. Новая модель, старая модель. Ох, какие подойдут. Еще хочу себе... Подождите. Во-первых, женскую. Во-первых, Adidas. Кожаные, белые. Хочу. Хочу. Ой, вот мои стоят. Мои же? Мои. Вот смотрите. Были 700, стали 269. 62% скидки. Здесь 46-50% скидки. В общем, аутлет. Такие яркие, красивые. Так, все, не отвлекаемся. Женские. Вот они, женские. Итак, ищем. Ох, я бы себе такие взяла бы. 71%. Но опять-таки, здесь может быть один последний размер. Ладно. Сейчас пробегусь, посмотрю. Вот такие. Что-то наподобие хочу. Такого. Прямо у дороги. Прямо у дороги, ребята. Огород. Кукуруза. Мои цветы любимые. Не знаю, что еще. Огурцы или тыква. Что это? Кто знает? Но это еще не все. Там вон пятачок. Целый пятак. Прямо на дороге. Представляете? Представляете, что делается? Так, мята, кукуруза и кабачки, я так понимаю, или тыква. Кто ты? О-о-о! Тыква! Ого, какая большая. Я бы тебя сорвала бы. Но я же знаю, что ты чей-то или чья-то. Вот это да! Вот так поройся в кушурях. Красивая, зеленая. Ладно, прикрою тебя, чтобы тебя кто-то другой не нашел. Там вот еще детки. Интересно, если здесь еще порыться в глубине, может, еще кого-то найду. Вот так. Вот огород. Там что-то пропало. Или кто-то наступил, или кто-то сожрал. Ну, так больше не видно, да? Ничего. Ой, как я люблю огородные дела, ребята. Это прямо на дороге, представляете? Прямо на дороге, недалеко от этого магазина, где мы были. Кстати, обувь я так и не нашла себе. Я бы семена бы собрала. Это мята. Семена возьму. Ой, так пахнет вкусно. Посажу у себя в огороде. Вот хорошие семена взять отсюда. Поставила я холодец, ребята. Сейчас первую воду я всегда сливаю. Это копытца и эти ножки куриные. А вот покажу, что купила с магазина. Докупила, получается. Это вот такая вот томатный соус. Свежие помидоры итальянские. Обожаю эту компанию Мути. Обалденные помидоры. Сметана, зеленый горошек, хлебушек черный. Но он такой, знаете, он порезан очень тонко. И такой вот тяжелый хлеб, потому что планирую делать канапе. Придется мне печь один темный хлеб, может быть, даже бородинский. Один белый спеку, тоже на канапешке пущу. Но не знаю еще, ребята, вроде как меню составила на праздники. Но еще не уточнила. Окончательного решения я не вынесла. Цветы съедобные взяла. Фиалки и смесь. Миксованная. Малина и органическая блюбери. Подождите, забыла. Черника. Голубика. Вроде как, ребята. Ох, из головы такие названия вылетают. Часто же не берем.
И вот такая вот селедка. Обычной селедки не было, только в банке. А она в два раза дороже стоит, чем обычная селедочка. По-моему, если я не ошибаюсь. Не знаю, первый раз беру. Ну, то, что было. Lightly salt. Слабосоленая. О, хорошо. Пусть будет слабосоленая. Это на канапе. На канапе. Решила шубу не делать селедку под шубой. Потому что, мало ли, у меня такие кости, знаете, привередливые. Семья из Пакистана. Британцы. А кто еще? Может быть, будут американцы. Решили выехать вечером перед ужином выпить пиво. Не абы какого, а испанского. Так что мы едем в испанский ресторан пить пиво. Yes, yes, this one. Ой, так все украшено, еще игрушки, Новый год. Красиво. Oh, we have a problem getting down there. Wait. Вход через кухню. Лола. Лола, название ресторана в честь знаменитой испанской танцовщицы Лола. Кухня. О, как я люблю смотреть, как все это кипит, готовится, жарится, шкварится. Пока еще светло и музыки не сильно слышно, музыку. Сядем. Yes, давай, try there. Окей? Это бред, Антоша. We must tell them. Так, Антошик заказал свои любимые испанские оливки. Они действительно огромные. Огромные оливки, очень вкусные. Маринованные с чесночком. И у нас Эстрелла. Галиция Эстрелла. Испанское пиво. Нам, как самым голодным, подали еще к оливкам. Бесплатно хлебушек. Хлеб домашний, сами пекут. Бесплатно? Вау! Wow. We like all бесплатно. Нам все нравится бесплатное. И тут уже тарелочка подготовленная с тмином. Просто добавили оливковое масло. И делаем макалочку с Антошей. Хлебушком. Макалку. А он наслаждается своими оливками. Я не любитель оливок. Я к ним равнодушна вообще. Понятно? Мы тут пиво пьем. А вон ребята, мужчины, шампанское. Ну давай, как бахни, сейчас как откроет крышу. Давай. Три парня, не знаю, корейца, вьетнамца, китайца, японца, не знаю. Не хочу обидеть. Ну, шампанское. Необычно, а? Ну давай. Бахай. That's it. Ну все, мы не услышали бах. Бутылка открылась легко и просто. На ужин у нас быстро, очень быстрый ужин получился. Салат из капусты свежий с огурцом. И тортилья. Тортилья. В общем, испанский омлет с картошкой и с колбасой. Все, приятного нам аппетита. Это на нас двоих. Нежнейшая картошка. Бегу, бегу. Фейерверки. Ой, какой красивый. Какой красивый фейерверк из сегодняшнего дня, ребята. Будут литься, по-моему, неделю. Каждый день. О, какой подарок нам после ужина. А? No, continue. Интересно, сколько будет длиться?
салют. Минуту или 10. Вот это да. Ой. Ой. Вот это красиво.